Новая ступень к мастерству. В Ставропольской школе искусств в пятый раз прошел ежегодный региональный конкурс юных дарований имени Эммы Гриценко. Он учрежден в память о первом директоре школы. С каждым годом конкурс принимает все больше участников. В этот раз было подано свыше 250 заявок. Юные таланты приехали из Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и всех районов Ставрополья. Организаторы отмечают высокие требования к конкурсантам и программам для выступления. Номинаций очень много. Это почти все музыкальные инструменты, включая народные. Изюминкой, что ли, конкурса является то, что нет ни на одном конкурсе. Это номинация «Теория и история музыки». Мало очень конкурсов таких, где можно было бы, допустим, показать свои знания вот именно в этом направлении. Вот у нас есть такое направление, и очень много детей приехало именно на эту номинацию.